С новыми технологиями в будущее. Таким девизом ознаменовался третий международный форум инноваций, технологий и производства. В нем приняли участие более 1000 представителей науки и бизнеса. Одна из объединяющих тем форума – реализация национальной технологической инициативы, в которой занят в том числе и Сатурн. А наши конкуренты, они годами, десятилетиями создавали вокруг себя некую инфраструктуру, некий экофонд. Мы же, чтобы участвовать полноправно в этой конкуренции, вынуждены у себя сейчас это развивать, и данная технологическая форма именно на это направлена. Как и во всем регионе, в Рыбинске особое внимание уделяется вопросу подготовки кадров. Практика применения дуального образования НПО «Сатурн» считается одной из лучших в стране. Это позволяет предприятию со столетней историей успешно решать важные государственные задачи. Нам приходится и с точки зрения конкурентоспособности предприятия приходится заниматься дуальным образованием, ведь это все происходит в том числе и в наших школах, в наших городских образовательных учреждениях. Поэтому здесь связка между производством и городом, она однозначно одна. Также на форуме будут проходить открытые лекции для школьников и студентов. Они затронут самые важные темы по улучшению развития промышленности региона. Завершится форум 6 апреля. Дарья Смирнова, Ольга Преснухина, Георгий Иванов. День в событиях.